Всех приветствую на канале Немехо. Последнее время везде проводятся акции, чтобы завлечь народ, чтобы не уходил, не отдыхал. Гады какие. Вот, ну поэтому я тоже решил на канале провести своего рода розыгрыш, акцию. Она немножко будет отличаться, вам нужно будет всего один, или может быть максимум несколько раз в ней поучаствовать. Это вы сами будете решать. Суть в ней заключается в чем? Ваша задача будет прислать на моего персонажа на сервере Арбореи, возможно, в дальнейшем будет это на других серверах, 10 шедеврального Кагеста. Это, ну, 10 тысяч золота, в принципе, небольшая сумма. И когда дедлайн подойдет, то есть последнее время, час, минута розыгрыша, я отчеркиваю, соответственно, и все, кто до этого присылали, среди них разыгрывается вся вот эта сумма, которая будет прислана, допустим, за неделю. Ну, например, прислала 100 человек. Вот один человек, соответственно, получит 1000 шедеврального Кагеста, да, из этих 100. Ну, или 100 посылок, возможно, да. То есть можно прислать и несколько. Пришлет 200, 2000. Ну, то есть, понимаете, вы не тратите ничего, например, но есть шанс получить просто огромное количество. По-моему, это очень такая интересная задумка, как по мне. Вот, ну а 1000, что там, сходите два раза в лот, и вот тебе 10 шедеврального Кагеста, 10 минут потратил и поучаствовал в розыгрыше. Ну и это то, что будет в следующих акциях. Первая же акция немножко отличается. Во-первых, она всего рассчитана на 3 дня для, скажем, тех, кто постоянно смотрит мой канал и следит, и играет на сервер Арбарея в большей степени. Я заберу 50% призового фонда, но взамен победитель получит, кроме шедеврального Кагеста, также усиленную брошку. Да, именно усиленную брошку, повышение силы на 40. У меня такой нету, к сожалению. Поэтому, как считайте, я отдаю свое, чтобы вы не думали, что я там все себе, все себе. Ну а 50% просто, знаете, немножко хотя бы окупится. Хоть немножко. Ну, давайте так, даже не 50%, я заберу на либо 50%, либо в предел 35 тысяч цена. Вот 35 тысяч — это цена древнего желания. То есть если, соответственно, будет 70 человек, то я забираю 35. Вот это есть, соответственно, 350 шедеврального Кагеста. Думаю, кто не будет возражать. Вот. И, соответственно, получите не только шедевральный, но и брошку, которая стоит больше 100 тысяч. То есть уже очень большая прибыль. Пока я ее не скрафтил, ну, как видите, осталось совсем чуть-чуть, я очки у меня копятся, я ее докрафчу к среде, вот. И, в принципе, все. Ну и последнее, если не наберется 50 человек, то я переношу розыгрыш, то есть продляю его еще на неделю. Соответственно, чтобы розыгрыш состоялся, нужно минимум 50 человек. Потому что как-то спонтанно я тут решил, проснулся после кошмарного сна, потом позже расскажу какой, и решил, давайте-ка сделаю розыгрыш. Вот. В принципе, все. Напоминаю, присылаем 10 шедеврального Кагеста на ник Немехо, с пометкой вот такой. Вот с такой пометкой, брошь. Если вы эту пометку не добавите, то я буду считать, что этот шедевральный Кагест идет как подарок мне лично, просто так. То есть ваша ошибка будет, и, соответственно, вы сами поплатите за нее. Вот, я все в описании будет обязательно, читайте внимательно, и надеюсь, вам повезет. Победитель будет выбран случайным образом, я еще немножко до конца не продумал, как это будет сделано, но к среде, к следующему видео обязательно все покажу, как это выбирается, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, что смотрели, надеюсь, понравится. Если вы хотите, чтобы я устраивал подобные розыгрыши, то есть просто без, ну, вещей, потому что я там не играю, а просто, вот, например, шедевральным или алкогестом, или другими вещами, или еще просто взнос, например, 1000 золота, то вы можете в комментариях написать, там, не знаю, поблагодарить, лайки ставьте, еще что, чтобы я это понял. Ну и я потом скажу
ники своих персонажей и будьте добры, хотя бы там, не знаю, по 100 золота пришлите, потому что когда я обратно рассылаю, там требуется много золота в зависимости от того, сколько ты посылаешь обратно. Но это уже позже. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, идея моя приглянется всем. И смотрите, кто же победит. Пока.